Шалом, дорогие друзья, я приветствую вас из города Великого Царя, из города Иерусалима. Это вновь программа «Слово из Иерусалима». Я верю, что эти программы касаются многих людей и изменяют судьбы. Слава Господу за Божью благодать. Со мной сегодня пастор Игорь Башлов, пастор из Финляндии, Церковь Благословения. И на самом деле это всегда хорошо, когда ты здесь. Весьма хорошо, можно сказать. Добро пожаловать. Шалом, пастор. Спасибо. Да. Наша программа сегодня, тема программы — восстановление. Восстановление. Что же это значит? Что об этом говорит Библия? Как нам понять это слово? Потому что мы знаем и мы провозгласили, друзья, что это год восстановления, что это год, когда Бог будет восстанавливать свои структуры на земле, Он будет восстанавливать людей своих и будет задействовать нас. Да, мы знаем это. И мы хотим вот об этом поговорить. Я хотел зачитать такое местописание, это книга пророка Иеремии, первая глава. Вы знаете, здесь написано так, что 10 стих. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Есть в этом... великая судьба, да, у человека. Да. Есть в этом слове восстановление? Конечно, есть. У Бога есть интересная привычка. Когда Он хочет что-то построить, Он сначала хочет все разрушить до основания. Он никогда не строит на чем-то чужом основании. И Он копает в нашей жизни настолько глубоко, чтобы докопаться до той чистоты, которая может быть. Я не раз уже свидетельствовал об одном моем товарище, который купил участок под дачное строительство. И они долгое время, пока строили на этом участке домик, они пользовались водой из старого колодца. И вот однажды они решили этот колодец вычистить и посмотреть, ну, почистить его. И когда они выкачали всю воду, пригнали технику для этого и увидели, что там на дне, они ужаснулись. Там на дне были какие-то дохлые кошки, какие-то крысы, сапоги, там чего только не было. И они, когда они увидели, с какого колодца они пили эту воду, они даже не стали его чистить, они просто засыпали его и пробурили новую скважину. А о чем я здесь хочу сказать, дорогие друзья, что иногда мы не знаем, что находится на самом дне у нас. Поэтому, как сейчас пастор Орен зачитывал это место Писания, сначала Богу нужно докопаться и вычистить все, разрушить все, что мы построили за многие-многие годы. Наше мировоззрение, наше восприятие, наши какие-то привычки, наш даже характер, наши неправильные взаимоотношения, все, что было построено на неправильном основании. А потом уже он закладывает это правильное основание, как говорит Павел. Никто не может заложить другого основания, которое как есть Иисус Христос. Да, вот здесь написано, допустим, в Амос 9 глава 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидова падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». О чем здесь говорится? Конечно, мы понимаем, что это говорится не о храмовом служении в первую очередь. Хотя пророчества и говорят, и мы знаем, что храм будет восстановлен. Это да и аминь. Вы знаете, многие люди ждут, пастор Игорь, ты знаешь, многие люди ждут, что в храме воссядет сатана, то есть антихрист. Да? Ну да, да. Мне тоже, антихрист это да, и есть сатана. Да, мне тоже задают эти вопросы. Нет, так написано, что так, написано, так написано. Но ты знаешь, что... Я думаю, что и Христос, когда Он придет и будет царствовать в тысячелетнем царстве, Он воссядет в этом храме именно, или как ты думаешь? Ну, я думаю, Ему этот храм уже совершенно не интересен. В первую очередь, нашему Господу интересно восстановление этого служения скинии Давидова в наших сердцах, лично в жизни каждого человека, каждой церкви, каждой общине, а потом уже и тот небесный Иерусалим, с которым он придет на эту землю. Да, но здесь именно говорится, что он восстановит служение. То есть, да, да, в тот служение. День я восстановлю скинию Давидова падшую. То есть, значит, сейчас она падшая. Да? Как перевести это слово, падшая? Ну, я не знаю, падшая, которая негодная, которая непригодна для того употребления, в котором она была раньше. А почему? Потому что там трещины. Он говорит, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю. То есть она, то есть служение разрушено.
Можно так сказать, что да, служение да. разрушено сегодня? Вот мы с тобой пастыра, мы с тобой лидеры церквей, да? Бог поставил нас. Мы можем сегодня сказать, что служение разрушено? С прискорбием признаю это, что служение разрушено. Даже когда мы обращаемся не к скине Давидовой, а обращаемся в самое начало, потому что изучение Слова Божьего, оно имеет такой способ первого упоминания. И когда Бог говорит о поклонении Ему, о прославлении Его имя, это еще задолго до всего, это где-то там было в Эдемском саду, когда Он разговаривал, Адам, с Богом, и все было у них нормально. Там не было той атрибутики, которой мы пользуемся сегодня, как думаем, что это есть прославление и поклонение, служение. Я имею в виду... Сегодня, когда мы говорим о скинии, люди сразу думают, что это гитара, микрофоны. Да, именно так, что это песнопение. Какие-то вот эти все вещи, которые сопровождают. То есть Иисус не об этом говорил, когда говорил, что Отец ищет себе поклонников в духе истины. Знаешь, я недавно слышал свидетельство одной удивительной женщины, поклонника, это Ким Уокер, и она говорила проповедь как раз о поклонении, что есть настоящее поклонение. И там она сказала просто одну фразу, которая так меня тронуло, воодушевило, что именно это я и делаю в прославлении моего Господа. Она сказала, что поклонение и прославление – это не тихая или громкая музыка, это не какие-то инструменты или голоса, это взаимоотношения с Ним. То есть это сказать Ему, кто Он. Да? Это сказать Ему, кто Он, услышать, как я Его люблю. Услышать, кто мы есть от Него. Потому что не может такого быть... Как Он любит нас. Да, не может такого быть, чтобы мы признались в любви Ему, и Он в ответ не признался в Но любви Но мы и признаемся Ему в любви, потому что не мы нашли Его, Он нашел нас и возлюбил нас. Да, ну здесь уже не имеет даже значения, кто первый начал, так сказать. Вот смотрите, Он говорит здесь конкретно, в 9 главе Амоса, я возвращаюсь, восстановлю в тот день. В какой день? В тот день. То есть будет определенный день, когда Он восстановит скинию Давидова падшую, заделает трещины в ней и разрушенное восстановит, и устроит ее, как в дни древние. То есть для чего была дана скиния? Скиния, я думаю, как раз и дана была для того, чтобы была возможность иметь взаимоотношения с Богом. Взыскать Господа? Да, потому что только там Он был. Его присутствие можно было найти только в скинии. Но сегодня Его присутствие везде. Да, но поэтому Бог и говорит, и я здесь не усматриваю какую-то дату, как кто-то может, хочет опять же вычислить. Или какое-то определенное служение. Да, или служение, или еще что-то. Это для каждого человека, я считаю, что это свой день. Как и Бог говорит, он и день, ныне день спасения. Для кого-то, для меня этот день спасения был 20 с лишним лет назад, для кого-то этот день спасения был сегодня, для кого-то он будет завтра. Так и восстановление этого служения скинии Давидовой, в каждой жизни он свой. Да. В первую очередь свой. И я так благодарен Богу, что он не смотрит, ну, допустим, или на какие-то церкви, или вообще на свою вселенскую церковь. На национальность. На национальность он не смотрит. Он смотрит лично на каждого человека. И я так благодарен всегда ему за это, что он умер лично за меня. Да. Не просто за всех людей, лично за меня. Но мы можем сегодня сказать так, может, я тяну одеяло на свою сторону, конечно, но у меня была эта проповедь, серия проповедей о скинии Давидовой. Мы можем сказать, что это сегодня также конкретно говорится о мессианском движении по всему лицу земли. И я говорю о мессианском движении не о том, где говорят, что всем нужно, допустим, пройти обрезание, да? Обрезание физическое. Или нужно креститься вновь не во имя Иисуса, а во имя Ишуа. Я не говорю об этом сегодня, да? Потому что ты знаешь, что я служитель свободный, и я верю, что для кого-то он Иисус, для кого-то он Иешуа, для кого-то он Чизис, для кого-то он Иисус, но это одна и та же личность, Спаситель, Мессия. Прежде всего для Израиля, а потом и для всех народов. Так говорит Библия. Можно сказать, что сегодня здесь говорится о скинии Давидовой, как о мессианском движении, которое возвращается в Израиль, возвращается в Иерусалим. То есть то утраченное, то есть то, что начал Петр, то, что понесли апостолы по всему лицу земли. Слово выйдет из Иерусалима и закон из Сиона. Можно сказать, что это возвращается сегодня? Ты, находясь здесь, своими ногами, ты своим сердцем здесь.
Ты можешь это видеть? Ну, я не только могу это видеть, я ощущаю это каждый мой приезд сюда с первого раза, потому что ну, это не секрет, что Иерусалим и старый город, и все, что с ним связано, это вообще удивительное место. И здесь в любом случае Бог ближе к людям не просто потому, что здесь вот когда-то он ходил, а это так и есть. Здесь все пропитано вот его присутствием, его помазанием. И как было однажды в Писании написано, что кости Елисея, на которых было Божье помазание, и никто не забрал это помазание, и его похоронили, и потом умершего туда кинули в гроб. Вот. И этих костей помазанных коснулся человек, этот умерший, и он воскрес из мертвых. Можно сказать, что про скиния Давидова или восстановление, да, мы сегодня говорим о восстановлении, что... Это то мертвое, то, что Бог воскрешает своей силой. Это дай аминь. Это дай аминь. И мы знаем, что мессианское движение, оно заглохло, можно сказать, прости за такое выражение, на 2000 лет практически. Да, вот смотри, очень интересно. Обратите внимание, друзья. Смотри, все первые апостолы, я это не говорю в гордости, ты знаешь мое сердце. Я не националист, ты меня знаешь. Все первые апостолы, они были евреями. Да, все да. Первые ученики были евреи. Да, среди них не было мудрецов. Те, которые считали себя мудрецами, они приходили втайне к Иисусу из-за страха. Но о них больше ничего и не известно. Да. А я говорю о рыбаках, о простых людях, которые были не книжные люди, но их узнавали, что они были с Иисусом. Так написано в Библии. И еще там говорится, что они получили эту силу Святого Духа и распространили Евангелие по всему лицу земли. Они открывали церкви, они наставляли людей. Короче, через евреев явилось это Евангелие. Да? И Библия говорит, Евангелие это сила для спасения прежде всего иудея, а потом и еллина. Да? Говорит так Библия. И вот смотри. И потом мы видим как раз в какой-то момент мессианское движение, то есть это удивление, что еврей верит в Иешуа или в Иисуса Христа. Было же такое, ну, да? Ну, было, конечно. И можно сказать, что вот эта скиния, которую Бог восстанавливает, вот это восстановление мессианского движения, но какого мессианского движения? Который не отделяет себя, как когда-то Павел в Галатах пишет, как когда-то Петр в Галатах пишет нам Павел, что он начал скрываться, сторониться, да. Не есть с язычниками, то есть с верующими из язычников, с братьями и сестрами, потому что пришли некоторые из Иерусалима. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что вот это движение, которое Павел понес даже, вот. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Иудей тот, который по внутренности. Да, не по наружности. И вот самое интересное в том, что, о чем я уже говорил, и что восстановление именно в смысле взаимоотношения со своим Господом. Да. Восстановление взаимоотношений со своим Господом. Потому что то, что делают верующие в Израиле, изучение Торы, там, каких-то вот этих всех вещей, традиций. Да. В Израиле. Ну не только. Да, нет, да. Я думаю, что за границей Израиля. Но, то есть в других странах. Но ты стал говорить о мессианском движении именно в Израиле. Ну, я думаю, мессианское движение за границей Израиля делает вещи намного похуже, нежели внутри Израиля. Мне так кажется. Ну оставим их на суд Божий. Я просто хочу опять вернуться к тому, что это восстановление, скинидово, это восстановление общения со своим Богом настолько близкие, настолько... я скажу, интимные, индивидуальные, чтобы каждый человек, который является... Это прообраз духа, души и тела, наверное. Избранником тоже. Божьим, не только по, ну да, скажем... Принадлежности национальному какому-то вопросу, да. Но по избранию Божьему, по призванию вот, Божьему. Ты знаешь, вот я тебе хочу прочитать одно место Писания, да? Вот это вторая глава Ефесянам с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,
что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. Это как будто я читаю тебе сейчас, да? И слушай, что он дальше говорит. Чужды заветного обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно. Смотри, скиния. Восстановление. И разрушивший стоять, ты сказал, Бог разрушает, а потом созидает. И разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом. Представляете, даже и евреи были не примирены с Богом. Так говорится, обоих примирить с Богом. То есть закон не мог примирить евреев с Богом. Только Иисус может примирить Иешуа Амашех и евреев, и неевреев с Богом. Аминь, да. И это и есть скиния, да? И потому что Павел говорит в другом месте Писания, мы знаем, что человек не спасается по делам, он спасается по вере в Иисуса Христа, еврей он или не еврей. И вот здесь об этом говорится. И слушайте, он говорит, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, то есть вражду с Богом, вражду между язычниками и евреями, была вражда, да? Что конечно. Здесь скрывать? И слушай, он говорит, и упразднив вражду плоть, это просто потрясающее слово, и придя благовествовал мир вам дальним и близким, то есть вам и нам, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе, аллилуйя. Не к Богу. Вот скиния дает. Да, это и есть скиния, о чем я и говорю. Не храмовое служение. Восстановление взаимоотношений. С отцом. Да, и дорогие телезрители, если, может быть, у вас горело это слово восстановление скинии, и я знаю, что многие служители, пастыра, они имеют это видение восстановления скинии Давидовой там, у себя в служении, в городах, может быть, еще где-то. Это да и аминь. Но это не служение, как бы, вот это музыкальное, прославление, не, поклонение. Хотя в это входит музыкальное служение. Это часть есть, но самое главное, на чем основывается восстановление скинии Давидовой, это восстановление взаимоотношений. Это настолько знаешь, тесных. Он говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Отец, смотри, это не храм, вот смотри, какое откровение, друзья, послушайте. Он говорит, слушай, вот Он говорит, что ты можешь прийти к Отцу только через меня, потому что я путь, истина и жизнь. А храмовое служение приводит тебя к Богу. Служение скинии приводит тебя к Отцу. Вы помните, да? А служение храмовое приводит тебя к Богу. А к Богу приходят для суда, к Отцу приходят для того, чтобы получить милость. Аминь. И слушай, он здесь говорит, к Отцу в одном духе, в каком духе? Во святом духе. В духе святом. То есть восстанавливает Бог, а потом что делает? Наполняет святым духом эту скинию. Потому что централизация вся, все вокруг чего ходит скиния, это ковчег завета. А в ковчеге завета что было? Присутствие. Присутствие Божие. Дух Святой. А уже потом и откровение, и служение этого Духа, и все остальное. Вот слушай, и он говорит, итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждены святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, Иешуа Амашиаха, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает во святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Аллилуйя. Вот скиния, аллилуйя. Вот где скиния. Да, и дорогие телезрители, я хочу вам сейчас сказать одно слово. Меня всегда удивляет, как могут христиане не любить Израиль. Я просто удивляюсь. Почему? Где вы вычитали, что... Это может быть традиции наших предков. Отеческие, которые говорили, что вот евреи Иисуса распяли, поэтому мы не хотим с ними никакие дела иметь. Подожди, а если бы не распяли... Во-первых, евреи не распинали его. Я сам отдаю свою жизнь. Я говорю о традициях. Где бы были люди, если бы не умерли? Мы сейчас только что читали, пастор он читал, что с двоих объединить в одно... Язычников, которых спасены по благодати Божьей, призваны Иисусом Христом и приведены к Отцу, и Израиль.
И мы одно без другого мы не можем. Мы не можем, мы не будем целыми без них, они не будут целыми без нас. Поэтому никуда мы не денемся, и мы не будем иметь полноты благословений и служений, и восстановления тоже скини Давидовой, и таких взаимоотношений с Богом, которые хотелось бы нам иметь, если мы не примем этих наших братьев-евреев. Аминь. Друзья, я хотел еще раз вам напомнить, что это год восстановления. И Бог сказал мне, я верю, что это Бог и знаю Его голос. Он сказал, что то, что я восстанавливаю, для чего я это делаю, он спросил меня. Конечно же, я ничего не мог ему ответить. Он сказал, я это делаю для того, чтобы наполнить своей славой. И Библия говорит, что вся земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Библия говорит, что Он просветил нас познанием славы своей, сердца наши, в лице Господа Иисуса Христа. И вот это и есть скиния Давидова. Да, но как он будет эту свою славу распространять? Как он будет это познание распространять о себе? Познание, через единство. Познание славы. Через единство. Через единство. Любите друг друга, и все узнают, что... Одно с другим, как мы читали, Израиль... Несоединимое. Несоединимое. И вот многие люди хотят сделать шалом, да, допустим, в арабском, еврейском вопросах, и не получается, да и не получится, только Бог может это сделать. Только под главою, аминь, о которой сказано, который под главой Христос. Иисуса Христа, да. Это все можно. И вы знаете, и я хочу сказать, очень интересно, что это происходит, и это началось, да, и многие люди уже просыпаются, и они понимают, что происходит на самом деле. И никто никому не обязан. Любите друг друга, и все узнают, что вы мои ученики. И Библия говорит, что не оставайтесь никому ничем должными, кроме взаимной любви. И вот именно вот это будет показателем скинии Давидовой. Многие будут угрызать друг друга. И это тоже мы видим. Я говорю сегодня за христианский мир. Ну, просто многие надо молиться, наверное, чтобы они получили откровение от Господа в отношении Израиля и в отношении, опять же, и восстановления скинии Давидовой. Да, не только Израиля, по отношению к друг другу. Также ну и некоторые, да. Некоторые да, служения друг другу, да, угрызают, завидуют, лгут, лжесвидетельствуют и так далее и тому подобное. Я хочу тебе сказать, что это будет до конца дней, пока вернется Христос. Но будет какое-то определенное число верующих людей, евреев и неевреев, которые соединяются вместе и понимают, что Христос Господь – это основание нашей веры. Еврейские верующие – это стены, а верующие из язычников – это крыша. И что, как ты сказал, мы не можем друг без друга. Нет, нет. И я хочу тебе сказать полноты, одну вещь. Полноты ни служения, ни благословения не сможет будет. Прийти восстановление, если мы этого не поймем. Если мы будем возноситься друг перед другом. Я еврей, поэтому я буду возноситься перед тобой. А я Бога лучше знаю, чем ты. Да, типа я там раньше уверовал, или там, а что вы знаете вообще, вы вообще в Ветхом Завете. Ну, бывают такие разговоры. То никогда, никогда не произойдет этого восстановления. И никогда мы не будем созидаться в скинию Давидову. А Бог хочет нас созидать. Поэтому, дорогие друзья, я хочу призвать вас. Я просто слышу в духе своем, как сегодня течет откровение просто. И многие получают для себя. Да, я молюсь, чтобы каждый человек, который считает себя христианином, и вы по какой-то причине до сих пор еще не связали себя молитвой за Израиль, как то Писание говорит, и Бог требует от нас этого, молитесь за Израиль, за мир в Иерусалиме. Это не так сложно. И когда вы начнете так делать, я вас уверяю, вы полюбите эту землю, этот народ, и Бог вам откроет нечто в отношении этого народа и этой земли. Друзья, я также желаю вам, чтобы вы стали лично, каждый из вас, члены вашей семьи, чтобы вы стали просто на самом деле скинией Давидовой. Ваши семьи, вы сами, чтобы Бог мог восстановить вас, чтобы Бог мог излить свою славу в вашей жизни, друзья. Это очень важно, я думаю. Аминь. Да. Просто попросите Бога. Может быть, вы боитесь, но не бойтесь с Ним разговаривать. Не бойтесь к Нему обращаться. Не бойтесь задавать Ему вопросы.
Он любящий Отец. Он тот, который вас сотворил и знает вашу жизнь от начала и до конца. И он говорит, что он вашу нужду знает до вашего прошения еще и может сделать несравненно больше того, о чем вы просите и о чем помышляете. Но он хочет общаться с вами. Вот в чем дело. Правда? Да. Он так хочет общаться с вами. Ну какой как... отец не хочет общаться с детьми? Какой отец не хочет общаться с детьми? Ой, это такой иногда больной вопрос. Ты же видишь, вот ты у меня несколько дней, ты и сам такой отец. Я не могу, если... Я могу там, допустим, и сказать строго что-то, но я не могу, если не поцелую, если не прижму, если не скажу привет, там, и не поиграю со своими... Да, и видишь, это еще одна часть восстановления, я думаю, скини Давиду, потому что последние слова Ветхого Завета об этом говорят. Когда обращу сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам. Ну, у нас осталась буквально одна минута и даже меньше. Мы молимся за вас, мы благословляем вас, друзья, и напоминаем вам еще раз, что это год восстановления. Мы любим вас, друзья. Бог любит вас еще больше. Поэтому обратитесь к Нему сегодня, и Он ответит вам. Он обещал, воззови ко Мне, я отвечу, и покажу тебе недоступное и великое. Шалом вам из Иерусалима. С вами был сегодня пастор Игорь Башлов из Финляндии и пастор Оран Левари из Израиля. Мы любим вас. Мы встретимся на следующей неделе. Шалом. Вы просмотрели только что программу «Слово из Иерусалима». Помните, что Господь сказал в Исаии, что Слово выйдет из Иерусалима и закон из Сиона. Я верю, что Господь коснулся вас сегодня и сделал что-то в вашей жизни. Напишите нам, пожалуйста, пошлите нам свое свидетельство, потому что мы хотим вместе с вами радоваться. Также хочу обратиться ко всем братьям и сестрам. Если это служение касается вас, если это служение служит вам, если вы получаете что-то, если вы любите детей Божьих и любите спасение других людей, станьте партнерами нашего служения. Помогите нам молитвенно, помогите нам финансово. Вы можете видеть наши координаты после этой программы. Мы ждем, что кто-то протянет свою руку помощи. Пусть Бог обильно благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.